Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор вот такого вот огромного заказа из интернет-магазина «Василек». Итак, поехали. Заказы приходят вот в таких мешочках, опломбированных. Просто так не вскроешь. Внутри еще один мешок, который мы пошуршим за кадром. Давайте с вами начнем с одеяла. Вот такое одеяло, тепленькое, я заказала своей свекрови. У них очень дома холодно. Одеяло 140 на 205, полуторное получается. Наполнитель верблюжья шерсть, полиэфирное волокно, сорт изделия первый. Очень красиво, презентабельно так, да? Да, конечно. Мы сейчас с вами вскроем и все посмотрим, потому что это даже не подарок к чему-то, к какому-то событию, просто я ей заказала, потому что она мерзнет. У них там с отоплением какая-то беда. Так, вот как оно выглядит. Ой, какое тепленькое. Класс, комфортное какое одеяло. Девчонки, смотрите, правда? Какой принт. Здесь швейные машинки и верблюдики. А на швейной машинке сидит птичка, я разглядела. По толщине, ну, такое, знаете, среднее. Не сказать, что прям толстое, среднее. Такое, ну... Легкое, под ним комфортно. У нас вот типа того, одеяло тоже на диване. То есть оно такое, в принципе, увесистое, но в то же время, ну, вот на тело не давит. Какое-то легенькое. Под ним комфортно спать. Хорошо обработано. Все хорошо обработано по периметру. Как бы все отличненько, вообще замечательно. Вот такое одеяло. Поехали дальше. Нашла накладной, сейчас буду ориентировать вас сразу по ценам. Так, одеяло 995 рублей, полуторное вышло. Дальше, девчонки, взяла тематические вот такие полотенчики девочкам своим на подарки. Ну, подружкам я имею в виду. Здесь у нас тигрик. У нас же впереди с вами год тигра. Голубого или синего, не знаю, как там уже. Это вафельные полотенца, 3 штуки, размером 45 на 60. Я их сейчас распакую и покажу вам. Так, набор вафельных полотенец 177 рублей. О, а на другой стороне вот он. Тигр синий. Тигер. На Новый год девочкам к основному подарку вот так вот своим положить по полотенчику. Вообще замечательно. Буду рвать пакет, а вот он где открывается. Потому что все равно буду эти полотенчики располовинивать. Так, смотрим. Очень красивый, удачный принт. Мне именно вот это понравилось, потому что все равно год тигра, он с какой-то синий у нас или голубой с вами тематикой, да? Кто знает, напишите. Первый прелестный полотенчик. Вот такой орнамент. Второй прелестный полотенчик. Вот такой орнамент. Красота. И третий полотенчик. Вот такой орнамент. Мне вот этот больше всего нравится. Красивый. И Новый год, и тигреночек, да? Все здорово. Да, сладкий. Поехали дальше. Дальше взяла вот такой вот пододеяльник. Красивая очень расцветка. Сейчас сразу посмотрю по цене. 601 рубль. Полутораспальный пододеяльник, его распаковывать не буду, девчонки, потому что это на подарок. Полутораспальный, да, 148 на 215, плюс-минус 3 сантиметра. Это у нас с вами, по-моему, бязь или поплин, сейчас я найду. Бязь, это у нас с вами бязь. И расцветка вот такая вензель, очень красивая. Шоколадный цвет пододеяльника и расцветочка вот такая вензель. Я люблю больше всего бязь, но иногда еще поплин, но главное не сатин. Красота. И стоил он, я вам сказала, уже даже 601 рубль, очень бюджетно. Я вообще люблю в последнее время Васильки собирать именно комплекты раздельно, так как мне нравится, и так выходит, кстати, еще дешевле. Показала для мужчин 5 футболок, для папы, для мужа. Футболка мужская, оверсайз, атлант, цвет стальной в размере 58. Василек у нас с вами бренд. Это такой темно-серый цвет. Так, и футболка атлант у нас с вами стоит... Так, футболка «Атлант» 455 рублей. Вот такая большая футболочка. Слушайте, ух, какая она большая. Она прям большая. Класс. Ну, у меня папа крупненький. Вот так обработана горловина у нас с вами. Она хорошо тянется. Оверсайз. А, ну написано же, это модель оверсайз, девчонки, конечно. Вот так обработан рукавчик. И вот так обработан низ у нас с вами подшит. Все хорошо. Все изумительно. Классная футболочка. Длинный рукавчик. Папе понравится по-любому. Здорово. Так, поехали дальше.
Так, это что у меня? Футболка мужская оверсайз, тоже Атлант, но уже 60-й размер, в цвете капучино. Красивый, кстати, цвет. Так, капучино 455 рублей тоже стоит, естественно. Открываем. И здесь у нас тоже василек. И здесь у нас с вами василек. Смотрите, как классно. Все то же самое, только 60. Еще взяла побольше. Смотрите, смотрите, какая она. Это прям две меня сюда влезет. С учетом того, что она еще круто тянется. Да? То есть вот прям васильки, одежду больших размеров можно найти на кого угодно. Цвет красивый. Я себе такую таскать тоже взяла. Я люблю оверсайз. Прям футболочку 60-го размера. Такую прям классно. Слушайте, какая разница, мужская или женская. Так, и абсолютно такая же футболка у меня еще в размере 58. Вон, убрала. Открывать уже не буду. Все то же самое абсолютно. Ну да, чтобы не прогадать. Может, 58-ю себе оставлю, так сказать. Так, поехали дальше. Еще одна футболка мужская, уже цвет фисташковый, в размере 60. Это уже футболка Иван. Футболка Иван у нас дешевле, стоит 343 рубля. Состав 100%, это кулирка. Я очень люблю кулирку. Фисташковую себе можно оставить. В размере 60, но она уже не оверсайз у нас, по-моему, да. Да, она поменьше. Вот это уже поменьше. Моделька сама не оверсайз. И вот такой красивый фисташковый цвет. Можете вот эту себе, может, оставить. Я люблю такие футболки таскать, да, по дому с шортами. Они длинные. Она мне прям, как вам показать-то, господи, длинные. Все равно не видно. Можно как ночнушку таскать, девчонки. Вот, вот длина где. Видите, какая длинная? Как ночнушечку точно можно таскать. Вообще супер. Если точно отожму какую-нибудь. Так, поехали дальше. Следующее, что у нас с вами? А следующее у нас с вами халатик. Это я взяла на подарок сестре. Халатик такой тепленький, махровый, в размере 54. Вот такой симпатичный. Очень симпатичный. Мне прям он понравился. Так, это у нас с вами состав 80% ХБ, 20% полиэстер. Давайте откроем, посмотрим. Я, конечно, на себя его примерю, чтобы вы тоже посмотрели. Вот так выглядит халатик. У него такой цельнокройный рукав. Кармашки отделаны. И вообще отделка по периметру всего халата нежно-розовым вот таким вот цветом ХБшечкой. Да? Он на молнии. И он такой, он махра, махра. Вот они, карманчики тоже так же отделаны, видите? Вот такой халатик. Я примерю, вам все покажу сейчас. Так, следующее. Так, халат почем? Халат почем? 923 рубля. Еще одна футболка. Футболка мужская Иван, серый камуфляж. Это мужу 56, потому что размер. Она у нас стоила 335 рублей. Вот такая камуфляжная. 100% хлопок, по ощущениям. Это не кулирка. А, нет, кулирка. Слушайте, кулирка тоже. Вот такая футболочка. Я люблю такие камуфляжные брать. Рукавчик подшит. Горловина хорошо обработана. Вот так, видите? Вот такая вот футболочка. Красивая. Так, следующий продукт. Девчонки, вот это вообще шок. В Васильке, у кого маленькие детки, прям прилипайте к экрану. В Васильке появилась одежда для малышей из муслина. Муслин – это потрясающая ткань. У нас пеленки муслиновые, у нас даже одеяло муслиновое, а одежда муслиновая. Но это невероятный комфорт. Это правда, знаете, так побаловаться, гулять в таком уже не пойдешь. Для фотосессии вот на 5 месяцев, точно будем в этом фоткаться. Бонита Kids, 74 размер. Вот она, да? Класс. Это цвет грязно-розовый и 100% ХБшечка, но муслинчик. Он невероятно мягкий. Посмотрите, какой он красивый. Здесь у нас с вами такие глазки с щечками, с улыбочкой, да? Рукавчик на резиночке. Да, рукавчик на резиночке. Горловина какая, посмотрите, прелесть. Сзади пуговки. И ножки как отделаны. Ну, красота. Спасибо. Же. Так, тут тоже резиночка у нас, кстати, есть, да.
и расстегиваются три заклепочки посередине. Это какая-то прелесть. А по качеству муслин, ну, муслиновая одежда, это вообще что-то с чем-то. Ну, по дому бегать, да. Нет, ну, можно, конечно, в таком куда-то ходить. Но куда мы ходим? Ну, гулять мы в таком не пойдем, конечно. Летом. Это нам на фотосессию, да. Но летом она уже будет в других нарядах гулять. Летом она у нас уже должна бегать. Девчонки, ну, прелесть вообще, да? У кого детки, присмотритесь, муслин сам по себе, это вообще что-то невероятное. Кстати, шьет Узбекистан, да, Bonita Kids, да, какие молодцы. Обязательно, Васильки, возьму что-нибудь еще из муслина, прям, ну, это невероятная ткань. Дышащая, она в холод, не пропускает тепло от тела, а когда жарко, она не пропускает тепло извне. То есть происходит такой теплообмен, что ребенок ваш и не замерзнет никогда. Ну, как никогда, если вы, конечно, голову его в мороз не выпустите в одном вот этом. И в рамках разумного, да, и в жару, в муслиновой одежде, в муслиновой пеленкой мы вот накрывались, никогда не вспотеет. Поэтому изумительно. Я не могу налюбоваться на эту прелесть. Не могу. Так, ну на это все, мои хорошие, да, мы с вами все разобрали. Все, да. Примерка еще. А, еще примерка, точно. Я вам обещала же халатик примерить. Вот халатик. Очень комфортный к телу. Такой вообще суперский. Рукавчик цельнокройный, но он такой достаточно длинный получается. Да, все красиво и достойно. Так, в полный рост. Лампа, не падай на меня. Смотрите, он за счет, кстати, вот этих полосочек он стройнит. Правда, нарядный халатик такой, прям это на выход, я бы даже сказала. Да, вот на мне 54 размер. Он мне, конечно, в облипку, я люблю оверсайз, вы знаете. Кармашки очень большие. Кто любит по дому ходить в халатах и складывать в карман что-нибудь. Вот еще поближе. Длина по колено, даже чуть-чуть ниже колена. Очень красивый нарядный халатик, прям потрясающий вообще. Мне нравятся кармашки, все. Очень красивый. Я надеюсь, и сестре понравится. Да я уверена, что ей понравится. Он прям классненький такой. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой на этот раз у меня был заказ в интернет-магазине «Любимый Василек». Все ссылочки, как всегда, оставляю в инфобоксе, так же, как и на Инстаграм Василек. Там у них новинки первым делом выходят. Можно посмотреть даже видеоролики, как смотрится тот или иной костюмчик. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока-пока.